Около полудня сотрудники правоохранительных органов начали срочную эвакуацию всех граждан, находившихся в Альфа-Арабийском районном суде и в жилом доме, расположенном за зданием суда. На самой улице появились пожарные машины и усиленные наряды полиции. Оцеплено оказалось и здание областной больницы. Даже медицинские машины выезжали из больницы только под контролем блокпостов. Не знаю, нас просто эвакуировали, мы сидели в зале, нас эвакуировали. В суде сидели? Да, да. Процесс ждали? Да, процесс. Отменили, да? Да, отменили, сразу нас всех быстро выгнали из этого, из помещения. Сказали отойти на 10 метров, причину никто толком ничего не сказал. Причину таких экстренных действий сотрудники полиции не сообщали. Среди эвакуированных граждан слухи были самые различные. Ну, кто говорит бомба, да, кто говорит террористы, толком пока ничего не знаем. Самим интересно узнать. Вскоре все выяснилось. Оказалось, что во дворе жилого дома дворники обнаружили предмет, очень напоминающий боевую гранату. Они сообщили в полицию, чтобы не рисковать людьми, и была проведена эвакуация. Но, как определили специалисты, граната являлась учебной и опасности не представляла. Сотрудница одной из подрядных организаций, занимающихся санитарной очисткой территории на территории Альфа-Арабийского района, во дворе номер 30, по улице Казбекпи, города Шымкент, было обнаружено неизвестное устройство. Далее данный рабочий, этот мусорный пакет был перенесен во двор дома номер 72 по улице Толкехана. При осмотре содержимого мусорного пакета было установлено неизвестное устройство, напоминающее взрывчатое вещество. На место приехали саперы департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, которые дальше при детальном осмотре данного устройства констатировали, что это является учебной ручной гранатой. Сейчас полиция пытается выяснить, откуда взялась эта учебная граната.